слышно. А можно окно закрыть? Окно закрыть. Там вода перевязала. Сейчас посмотрим. Сейчас будем найти. Ты по домашнему, да? Городской суд в составе председательствующего судьи Ивановой, пресс-секретаря Бурылевой, с участием прокурора Уварова, следователя Топилина, обвиняемого Мамаева, его защитника адвоката Бушманова, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу защитника адвоката Бушманова на постановление Тверского района суда города Москвы от 11 октября 2018 года, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 8 декабря 2018 года, в отношении Мамаева Павла Константиновича, родившегося 17 сентября 1988 года в поселке Шишкин лес Подольского района Московской области, гражданин России с высшим образованием, женатого, на иждивении имеющим двоих малолетних детей 12 и 14 годов рождения, до задержания рабочего спортсмена-профессионала по футболу в ОФК «Краснодар», зарегистрированного по адресу город Москва, село Красное, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, дом 2, квартира 26. Фактически до содержания проживавшего по адресу город Краснодар, улица Кубанская набережная, дом 4, квартира 34, а не судимого. На момент избрания меры пресечения подозреваемого в совершении преступления предусмотрена часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных
статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также преступление предусмотрено часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заслушав доклад судьи Ивановой, пояснение обвиняемого Мамаева, его защитника адвокат Бушманова, поддержавших доводы жалобы, мнение следователя Топильной и прокурора Уварова, полагавших необходимым постановление оставить без изменения, руководствуясь положениями статей 389, 13, 20, 28 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции постановил. Постановление Тверского районного суда города Москвы от 11 октября 2018 года, которым в отношении подозреваемого Мамаева Павла Константиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 8 декабря 2018 года, оставить без изменения. Апелляционную жалобу защитника-адвоката без удовлетворения. Полный текст апелляционного постановления стороны смогут получить в канцелярии Тверского суда ориентировочно через 5 суток. В случае несогласия с этим решением суда вправе обжаловать его в установленном законом порядке в кассационную инстанцию Московского городского суда. Принятое решение, порядок получения его копии обжалования сторонам понятно? Обвиняемому? Судебное заседание закрыто. Это ладно.